Сегодня у нас 5 марта 2018 года. Александрова Татьяна Юрьевна, а мое новое имя Татьяна Махтум Сайфудин. Я вот в своем мейлинге готовлю завтрак. Я встала где-то около 10 утра. А потом приняла душ, красиво оделась, почистила зубы, кормила Матильдочку, она уже поела. Здесь у нее молочко, вот она присутствует обычно со мной на завтраке. А сейчас я себе готовлю завтрак. Всякие вкусности. Вчера, в общем, купила я в магазине. Сегодня Матильдочка у нас, Матильдочка, особенный день. В этот день мы купили эллинг. Я купила эллинг. Вот этот. Ровно год назад. Это вот мой завтрак. Готовлю завтрак. Вот сейчас буду готовить кофе. Кофе. А так что я хочу сказать. Вот подключили. В общем, подключились к Матильдочке, ну, у сам ГЛОНАСС. Но Матильдочке это не понравилось временно. В общем, пока они ехали, ГЛОНАСС отключился. Потому что от этого ГЛОНАССа Матильдочка хочет спать. В общем, короче говоря. Куда-то он там подключился, не знаю. Кто хочет? Кто хочет, чтобы к нему подключился ГЛОНАСС? Временно. Кому подключить? Кому подключить ГЛОНАСС. В общем, кофе. Готовлю себе кофе с молоком. С круассанами. В общем, с Несквик. Еще земляничное лето сок. Вот. Сейчас художественно буду оформлять мой завтрак. Художественная нарезка киви. В красивой тарелочке. Художественная нарезка киви.